Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня очередной трешачок. Будем смотреть акции, как обычно, играть в акции. Посмотрим, что у нас там есть. Shopping Spree у нас открылся опять на английском сервере. Плюс мы заберем мега плюшки сейчас. Бум! Вот такие вот плюшки у меня каждый день практически. Куча всяких расходников, куча всего. Сундуки вторые, ну такое 1050, 2 миллиона кулаков, куча сумок разных. Ну, в общем, вот такой вот трэш творится у нас на английском сервере, но это не главное. Поехали вот сюда. Вот здесь вот самое интересное у нас сейчас будет. Так, что у нас такого интересного? А сегодня у нас плюс 1000 камней. Вот ради чего я сюда, скажем так, и побежал в эту акцию. Сейчас мы будем здесь забирать плюшки. Посмотрим, что здесь падает. Что нам нападает в этой акции. Тан-тан-тан-тан. Я не зря просто так коплю эти монетки. Потому что бывает вот эта акция, она реально топовая. А можно насобирать монетки и потом в один момент забрать сразу же максимальную награду. Так, 40 мы забрали. Меньше забрали. Что так? Ремка. Вот смотрите, заходик. Неплохо. Поехали следующий. А, у нас, вот я думаю, что мы так мало забрали. Вот так вот надо играть. Поехали, следующий заход. Нормально так у нас попыток. Опять ремочка. Так, у нас удача на что-то 46%. Интересно, на что? Еще одна ремка. Давайте, кстати, будем ремки собирать. Посмотрим, хоть сколько нам ремок выпадет. Ну, одну мы уже, понятно, просрали. Все равно ради интереса. Ну, талантики неплохо падают. Тан-тан-тан. Так, что там у нас? Так, ну считайте три. Обалденная акция, как по мне. Так, а что у нас там? Что-то уже перелимит ушло, что ли? Блин, кто-то на нас нападал. Ага, 50% удача. Нету ремок. И в этот раз что-то печально. Ну, в принципе, ремки, они не особо, скажем так, нужны. Ладно, пофиг, чем мы паримся. Три ремки есть, значит, есть. Поехали, следующие попытки. Вот мы типа какую-то топ-тему забрали. Ну, видите, удача после 50 скидывается где-то так. Так, еще раз. Ну окей. Еще плюс одна, 4 ремочки. Прикольненько. Так, последних 20 попыток у нас будет, да?
Ну, расходники, скажем так, ну, если сравнивать с рынком, то такое себе. Ну, относительно всего остального и других серверов, реально классные расходники на английском сервере дают. Так, отлично. Забрать. Теперь смотрим топовые плюшки. Ради чего мы здесь? 50. 300. Неплохо. 20 камней. Ну, камней и так хватает. Вот это вот желтые камешки меня радуют больше всего. Так. 10 таких. 1800 красные камни не нужны. И вот это вот самое основное. Плюс 1000, ребят, сразу же сундучка плюс 1000 камней. Вот так вот. Вот это кайф. Отлично. Ну все, можете меня поздравить. У нас есть ресурсы на прокачку следующего героя. Сколько там у нас? Уже камешков собралось. Давайте, кстати, вот эти откроем. Может, отсюда докачаем уже наконец-то тут скин несчастный один на здание. Да, отлично. Ну все. Можете меня поздравить. У нас 100-100. Следующий у нас уровень 110. Ждем следующую обнову с новыми скинами. Так, все десятки есть. Отлично. С этим разобрались, с этой акцией разобрались, шопинг сприма потом побегаем. Это почистить нам не интересно. Гифты мы забрали. Так, поинт аркада, поехали сюда, забежим, посмотрим, что здесь нам выпадет интересного. Ничего себе, призрачный скулкнайт. Молтаника. Интересно. Капитан Дрейк, ничего себе. Ну, видите, здесь в основном все герои падают. Ну, конечно, такие себе герои. Чего-то особенного нет. Понятно. Сердцеедка, таланты. Бинго Бласт неинтересно. Алхимик неинтересно. Откройте сундуки. Поехали, посмотрим, мы что-то тратили сегодня или нет. Может, вчера? Отлично, один. Супер. Потратили один сундук. Так, ладно. Забрали. Ну, такое. Самое главное, что у нас есть. Ну, акция просто бомбезная, не знаю. Мне эта акция. Вот я ее раньше когда-то думал поиграть ради вот этих кристаллов, но на сегодня уже я красных кристаллов набрался дофигище. Так, ну что, давайте эти сундучки откроем тоже. СО, пакт, пакт. Вот тут классно падает. Реально. Что-что, а лучше всего, если вы хотите быстро прокачать аккаунт и немножко это скупайте сундуки. Они нереально классно. О, у нас перелимит чего-то. А перелимит у нас, скорее всего, кристаллов. Может быть, кстати. Сейчас посмотрим кристаллов на смотрителей. Куча ресурсов. Да, 49. Вот, перелимиты пошли. То чувство, когда ты начинаешь сливать кристаллы, которые так долго копятся. Так, а ну-ка посмотрим, из-за этого или нет. Можно, конечно, по одному пооткрывать. Да, вот видите, из-за этих. Раз дала. Не дала, нормально. Так, пятые, седьмые, неинтересно. 1125, ребят, 1125 уже. Ну, я не знаю, что с ними делать. Пишите в комментах. Так, это надо тоже открыть. Оно нам не надо.
Жестко-жестко все. Зачем эти открывать? Сумки Огника ждут конкурса. 17 этих. Открываем. В общем, что у нас получилось? Что по книгах? 6000 есть. То есть на героя нам одного хватает. Вполне. Это радует. Давайте за 1500. Бум! Гринфилд. Так, что-то меня не туда занесло опять. Так, что у нас по кристаллам? 24 тысячи. Нормально, хватает. Жить можно. В общем, пишите в комментах, кого вы хотите увидеть в следующем на 30-м прорыве. Но у меня есть в планах прокачать Бугича. Вот мне хочется что-то Бугича качнуть. А вы пишите кого. То есть варианты я вижу Бугич, Лазуля, тех, которых я буду, или Басена, которых я буду в первую очередь использовать на ближайшие атаки фортов. То есть у нас уже есть 4 героя, которых мы использовать однозначно будем. Седна, либо Ледяха. Тоже как вариант. В общем, пишите в комментах, кого вы хотите увидеть, и я его прокачаю, мы его потестируем. Вот такой вот трешачок у нас был. В принципе, неплохая акция. Добыли мы нужные камешки нам. И будем двигаться дальше. Все, пишите комменты, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.